Всем привет! Мы с вами продолжаем проходить Весперию, и внезапно у нас с вами при загрузке появился новый разговорчик. Вот смотрю я на Флина и думаю, да, это настоящий капитан рыцарей. Но чтобы ворон отдавал приказы отряду солдат, мне даже представить такое сложно. Это все его образ подозрительного типа. Пока ворон из него не выйдет, ничего не изменится. Возможно, ворон — это всего лишь маска, чтобы скрыть его рыцарское достоинство. Да и вообще сомневаюсь, что он имеет хоть какое-то представление о достоинстве. Капитан Шван был благородным и великодушным человеком. В воинских искусствах ему не было равных, а потому он не раз участвовал в секретных миссиях. Его имя знакомо каждому рыцарю, и практически все мы завидовали его силе и мастерству. Да ладно, ты точно не врешь? А еще, при всей своей любви к порядку, капитан всегда заботился о подчиненных и пользовался среди них непререкаемым авторитетом. На троих я уже видела, судя по всему, солдаты его действительно любили. Чем больше я о нем узнаю, тем меньше верю, что это и правда наш старик. Вот, я же вам 100 раз говорил, что никакой не Шван. О, как он тут оказался? Вот-вот, сами-то хороши, треплите языком, а по сторонам кто смотреть будет? Вот, иногда ты говоришь совсем как капитан Шван. Ты ничуть не изменился, хоть и пытаешься это скрыть. Да прекрати ты уже. Так, чуваки, эй. О, отлично. Первого застанили, второго не смогли, а там еще и третий стоит на подходе. Ну ладно. А, интересно, кстати, с Заги уже покончено, мы его больше не встретим в игре, или он все еще в какой-нибудь самый решительный момент внезапно объявится. Эй, Вася, ну ты как там насчет... Ого, вот эта лечилочка у кого-то есть. Обалдеть. Вы видели это? Просто все поле превратилось в одно большое лечебельное место. Эстель, короче, когда надо, умеет. Ай. Стоп. Не того? А, этого надо вверх. Да что ты будешь делать? Не смог. Так, ладно. Так вот, касаемо предыдущей комнаты, давайте-ка в нее вернемся. Она вроде бы опциональная, но... В опциональных комнатах JRPG обычно что-нибудь можно вкусное найти, полезное. О! Ага. Ух ты! Шш! Давайте тихонечко войдем. Ну, даже одна эта зарисовка уже чего-то достоила. Так, дядьку обойдем. А вот здесь у нас... А, там по сундучку, смотрите, на балюстрадах этих. Обойти не вышло, ну что ж поделать. Но зато получим экспу. Тоже вариант не самый плохой. Ого, это что было? Призрачный волк. Что произошло? У нас Юрий что-то... Блин, я его случайно переключил в ручной режим, что ли? Точнее, в авторежим. Фига себе. Вот этого я не ожидал. О, девчуля-лечуля. А девчуля лечит так, что вообще. И, правда, единственное, она за это вроде как свою жизненную энергию, получается, отдает. Ну, знаете, ради такого лечения. Ворон. Чё тебе, приятель? Знаю, тебе не хотелось бы об этом говорить, но есть кое-что, что я хочу тебя спросить. Как рыцарю рыцаря. Ты хочешь знать, почему Шван выполнял приказы Алексея? Я не верю, что капитан Шван был так слеп, что не заметил его подлой натуры. Зря ты считаешь Швана героем. Башка у него была пустая, точно у лояльного солдатика. Шван, который выполнял приказы, будто марионетка, умер лет 10 тому назад. А если бы он остался жив? Выполнял бы он приказы и дальше, даже зная, что именно происходит. Ну, вряд ли он мог предвидеть, что появится такая здоровая власть. Но с Алексеем мог и остаться до конца. Кто знает, приятель? Кто знает? Решил рассчитаться по старым долгам, потому что выбрал жизнь ворона?
Есть еще люди, которые верят в этого старичка. Потому-то я и не могу просто взять и откинуть копыта. Но если я собираюсь спокойно жить, нужно ответить за дела Швана. Значит, это все случайная встреча, которая изменила тебя? Ну-ну, поменьше драмы. Редкие латы. Опа-опа, шедевр там было написано. Ну-ка, насколько они шедевральны? На 12 защиты. Ладно. Просто шедевр. Редкий, редчайший артефакт. Ну, то есть в игре, где многие характеристики изменяются уже по 1000, да, у нас счет пошел. Эй. Ладно. Ладно, я готов с вами сразиться лицом к лицу. О, а тут, смотрите, как, какая-то, какая разнообразная пати. В кое веке. А? А? Кабанелла. О, девчули тут еще напрыгивает. Ой, ой. Надо было, кстати, в этот момент вот так делать. Эй, машина. Машина смерти, стой. О, прекрасно. Машине смерти наваляли. И пусть машина не служит долго. Эй. Ова. Вот это было прекрасно. Эй, стойте, ну оставите епископа. Вы что делаете? Оно ж кастует. Прекрасно. И да. Икс, а за это... Ой, тут двое. А мы сможем их сразу? Не сможем сразу. Жалко. Было бы здорово сразиться два по цене одного. Эй. Что-то я рановато удары провел. Эй. Эй. О, о, сейчас вам будет счастье. Ну-ка. Ай, я не то сделал. Держи, дядь. А, ну так вот, да. Я хотел просто один объединенный бой провести, чтобы с каждым из этих отрядов отдельно не разговаривать. Оп. Ну. Ай-яй-яй. Все, девчуля там кучу маны потратила. Ладно, тогда и акуленок. Слушай, если мы повстречаемся с рыцарями, у нас не будет проблем из-за того, что ты с нами. Мне бы очень не хотелось спутываться в неприятности. По крайней мере, пока мы не разберемся с Алексеем. Та девушка-рыцарь, с ней все будет тяжело. Что ты собираешься делать? Она слишком мной восхищается. Я верю, что в этом мире всегда можно провести черту, которая отделяет добро от зла. И она думает, что эту черту должен провести ты? Но в реальной жизни все совсем не так просто. Верно. Думал, она скоро это поймет. Такое у меня предчувствие. А мне кажется, у нее словно повязка на глазах. Верно, мне кажется, до яблокоголового дойдет быстрее. Юрий, не называй его так. Ведьмак — невероятно талантливый маг. От него зависит будущее всего Аспио. От него-то. А ты разве не знала? Думаю, я просто этим не интересовалась. Ведь если подумать, он всегда казался мне толковее всех остальных. Мы запрашивали у магов помощь только на определенный срок. Ну и после этого он продолжил помогать мне и другим рыцарям. Это честный и преданный делу человек. Флин, ты так заботишься о своих людях. Не сомневаюсь, ты отличный капитан. Ну уже. Во, есть. Поскольку этого Вась-Васю мы никак не обижим, ну, хотя бы застанем. Знаете, любая помощь в нашем благом деле, она вполне себе востребована. Ой, кто-то там еще нам помог. Опека! Ой-ой-ой-ой, ну, чего? Рыб. Рыб, сколько тебя можно долбать, а? Слушайте, я уже вот так буду делать, потому что это явно быстрее тратит ману, но наши соратники все равно тратят ману быстрее. Поэтому нам приходится восстанавливать им, а получается, нам это восстановление особо не помогает. Вот, и не надо лишний раз бегать. Мы из любой точки практически можем расстреливать всех. И всегда готовы, если что, вот такое комбо провести.
Вот так вот. Эй. Все, готов. Ну и при этом уровне получить. Да что же вас прорвало на разговор-то, а? Редкая кераса. Эстель. Вулеву. Ух ты, даже лучше, чем кераса принцессы. Но чуть-чуть. А насколько она старикану будет лучше? Давайте так. А старикану заметно, поэтому давайте лучше старикану обновим. Старикану. Блин, мне кажется, Йодер тебя понимает. Если его высочество прикажет, то у тебя просто не будет выбора. Придется возвращаться. Да, я не могу разочаровать его. Я не предполагал, что он отправит тебя с нами сражаться с Алексеем. Этот маленький принц. Я думал, он обычный слабак, но оказалось, что он весьма проницателен. На одном только идеализме далеко не уедешь. Но если он продолжит принимать верные решения, из него выйдет отличный император. Если нет, нас всех ждут большие проблемы. Умение видеть всю картину целиком, способность выбирать правильных людей, плюс благие намерения. Не часто встретишь все этот талант у одного человека. Не волнуйтесь, я верю в Йодера. Во всяком случае, Йодер приказал тебе пойти с нами. Надеюсь, ты готов к тяжелой работе? Конечно. Я оправдаю доверие его высочества. Хорошо, тогда пошли. Еще разговоры, ребята. Что-то я до этого жаловался, что в Веспере их много, но они там были заметно длиннее. А здесь они как-то поступают очень неравномерно просто. Ай-яй-яй, карамба, опять. Слушайте, опять. Как у... это... как у классика «Ночь, улица, фонарь, аптека». Это же блог, да? Я надеюсь. Сейчас опозорюсь на весь интернет. Ну, ничего страшного, я уже на самом деле так это... в плане опозориться вполне себе привычный человек, так что... всякое в жизни бывало, скажем так. Эй, готов? Ну, вот эти чуваки, кстати, легко убиваются, несмотря на то, что у них снайперские арбалеты. Снайперский арбалет, это, знаете, как тактический огурец. Вот он зеленый, но камуфляжный при этом. Чтобы ты ночью, если вдруг засунешься его в рот, никто не мог засунуть, что у тебя во рту тактический огурец торчит. Хорошо, аккуратненько по стеночке вот этого чувака станем. Станем и утыканем. Хорошо. Главное то, что синяя вот эта штука вроде как нам все еще должна полностью восстанавливать ХП и ману. Поэтому ограничиваться тут смысла нет. Ай! Это не наша бомба была. Да, интересно. Эй, готово. А, кстати, а мы можем как-нибудь... а, приемы? А, мы можем юзать не только те, которые у нас есть, а... а как? Хорошо, сокрушающий орел это вниз. Поле разрушения это влево-вправо. А, кроме стаи драконов, что у нас есть еще скрытого, что мы не использовали? Вопль опустошения. Тайный прием. Давайте посмотрим, что это такое. Ух ты, прикольно. Пусть будет. Ну-ка, раз, два, три. Оп. Ай, не подбросили. Ну-ка, еще раз. Раз. Да что ж вы будете делать? Раз. Не смогла я. Ладно, как я и планировал, сохраняемся. Ну и пошли. О, хороший зал для эпичной битвы. Какая красота. Да, поверить не могу, что мы внутри оружия. Карл, стой! Что такое? Выходи, ты слишком стар, чтобы играть с нами в прятки. Неплохо, юноша, неплохо. А даже превосходно. Какая интуиция, какие прекрасные инстинкты. Просто превосходно. Егер? Что на этот раз? Собираешься проводить нас к Алексею? Я, так я и поступлю. Провожу вас в преисподнюю, если быть точным. Слушайте, что вообще на уме у этого парня, а?
Разве вы забыли, мои дорогие? Мы же с вами заклятые враги, знаете ли? Самой судьбе угодно, чтобы наша история закончилась именно так. Снова ловушка. Ты верно сказал, мы враги. Так что разберемся, как подогает врагам. Ты прав, нападайте. Бей его! Вот так вот всем скопом на одного? Ну что, ждем, видимо, его суперсилу? Эй. Так. Я так понял, фиг его что остановит, да? Ну-ка. Понеслась. Да. Вот после той штуки вообще взрывные приемы не айс проводить. Единственный минус, поэтому давайте-ка посмотрим, что у нас есть другое. А кроме вопля опустошения, суровый крик. Это... Давайте его. Эй, как нас резко остановили, а? Так, слушайте, а нам бы себе ману уже восстановить, получается. Хорошо, ананасовое желе. Понеслась. Ну, слушайте, сейчас мы должны его вообще легко разложить, вообще-то. Чего у нас так бой затягивается, я не понимаю. Ну, то есть, в чем смысл этого боя, если он настолько простой? Или мы с вами немножко перекачаны, получается? Ну, ай. Опа. Ага, вот она пошла сверхсила, а сейчас, я так подозреваю, будет сложнее заметно. Так, хорошо. Ай! Я сказал хорошо, это значит, что вот так. Давайте. Ну. Отлично. И все? Во, давай, давай, дядь. Мы его, конечно, не очень так порезали. Эстель, пожалуйста, сожри что-нибудь и продолжай нас лечить. Не надо геройствовать в ближнем бою. Ой, а у нас с вами маны не осталось. О! Эстель, продолжай нас лечить. Пожалуйста. Ну, какую-нибудь там защиту кинь нам, а? Оп, блин. Стоял Станис все это время. Неприятно. Да что ты будешь делать? Дядь, ну хорош. Больше надоедает нам. Ага. Ай. Что это происходит? Он нас, кстати, выбил вообще ровно из этой. Из радиуса. Ай! Спасибо. Спасибо, Тестель, за лечение. Ну, разве вы не чудо? Пока, полагаю, мне пора показать свою истинную силу. Веселье только начинается, да? Он просто рисуется. Постойте, это же власти Гермеса? Такие коварные трюки с нами не сработают. Ребятки, а... Да, флакон жизни можно? Так, а теперь... Юрий. Давай-ка... Не, давайте-ка Эстель заюзает сама себе ананасовое желе. Мы с вами пока постоим в сторонке. Нет, не успел. Эстель, можешь вот ту штуку, которую ты на всех юзала? Ой-ой-ой, вот сюда вернуться. Ага. Ай-яй-яй. Эстель, пожалуйста, лечи нас. Это я хотел им мистический прием заюзать. Чё за нафиг? Ого. А знаете что, я просто врублю авто... Нет. Полуавтоматический режим. Давайте вот тут мы заюзаем флакон жизни. Эй, флакон жизни. Вот сюда. Чпок. Отлично. Нас восстановили. Все.
У нас все живы. А у нас с вами была какая-то штука. Во. Так, это установит нам ману. И не даем ему колбасить Эстель. Просто вот ни за что. Никогда. Эстель, а у тебя вот то чудо лечения, которое было, это как? Она почему-то стала использовать более слабые приемы. То есть в более серьезном бою она использует какую-то шляпу. Вот это вот обидно. Блин, а мы так и не можем ему ни разу пробить. Фуф. Фух, ну хоть... Да, без Эстеля этот бой был бы вообще мерзкий. Так, и нам надо резко... А, смешанное желе есть у нас? А, есть немножко. Вот так вот сделать? Но... Но... Хоть он и в блоке, но все равно он получит хотя бы. Оф. Коса, конечно, у него пипец мощная. Снова. А! Пипец! Нифига себе, он, конечно, юзает приемчики. Ну ладно. Давайте ему за это попробуем хоть немного навалить. Он вообще как это там? Уязвимость у него не планируется какая-нибудь? Да. Конечно, то, что Эстель экономит ману вот сейчас, использует более слабые лечилки, чем могли бы быть, меня не радует. Ну вот стоило нам суперсилу заюзать, сверхсилу заюзать. Ну, давай. Да что ж ты будешь делать? Сколько у этой дряни хп, а? Ну, блин, ни разу не пробили. Эстель, стой, Эстель. Нет, пожалуйста, давай не будем делать поспешных каких-то решений. Лучше ананасовое желе сожри. Юрий, ну, пробей, пожалуйста. Да что ж ты будешь делать? Упорно не пробивает. Ай. Так. Эстель, лечи нас всех, мы благо стоим все кучкой. Ну, кстати, когда она лечит отлично. Но вот иногда она страдает фигней. Есть! Фу-ху-ху. Мы победили, но бедняга. Мано. Для меня это еще не предел, и это мило. Вундербар. Знаешь, я не любитель мести и громких слов, но за те задоны. Осторожнее. Кто знает, какой еще козырь он припас в рукаве? Нет. Мои рукава пусты. Вот, я. Вот оно. Твоя грудь. Алексей заменил и твое сердце? Мое... Не знаю. Все равно Белова не вернуть. Но почему? Почему вы напали в одиночку? Не взяли никого себе в помощь? Прощай ты. Стой! Где Алексей? Чего он добивается? Почему? Коготь Левиафана. Какой печальный конец. А? Они обе плакали. Что? Что все это значит? Он был ужасным человеком. Но может быть еще и... Так, у меня возник вопрос. Мы там нашли какой-то новый лук. Оп. Брызгающий лук. Давайте-ка его возьмем, дедушке. Дедушке. Почему дедушке? Алексей. Его преступления против леди Эстелизы и капитана Швана не останутся безнаказанными.
Но я не верю, что его идеалы всегда были лишь ложью. Прежде чем мы сразимся, я хочу знать, как все это произошло. Ну-ну, сделай лицо попроще, а то все рыбу распугаешь. Прости, я слишком волнуюсь из-за битвы с Алексеем. А, я тебя понимаю. У нас с ним свои счеты. Как и у всех нас. Но Алексея здесь сейчас нет, так что расслабься. Съешь лучше шашлык. Хорошая идея. А, ну Флинн, как тебе? Моим шашлыкам просто нет равных. С удовольствием их отведаю. Что-то вспомнилось. Если кто-то читал Wheel of Time, помните, там была глава Синей Гильдии, которая была, типа, раньше морячкой, и, ну, не морячкой, а рыбачила, и постоянно тоже какие-то рыбные темы задвигала. Почему мы вернулись назад, спросите вы? Я хочу бесплатно подлечиться раз, и, наверное, на этом мы с вами эпизод и закончим, собственно говоря. Посему спасибо Мише Лебедеву, Мише Фомину, Андрею Фиолетову, Евгению Глебову, Дахармсу, Алексею Смирнову, Просто Эду, Сергею Кайну, Рокки Бальбоа, Антону Церу, Брату Манзо, Серджио Атерадору и Фесту, КДВ45РУС и Дарье Кравчук за то, что те продолжают поддерживать канал. Всем вам огромное спасибо, что составляете мне компанию в этом прохождении, ну и мы с вами увидимся в следующем эпизоде. А пока на этом все, всем удачи, счастливо и до скорой встречи. Пока-пока!